Шалом, дорогие друзья, добрый вечер всем. Сегодня у нас будет необычный эфир. Я хочу предложить вам сегодня еврейскую медитацию, которая поможет вам еще раз, как тогда, давным-давно, с Божьей помощью немножко прикоснуться к получению Торы, к переживанию, которое у вас было при получении Торы. И для начала я хочу вам сказать, как мы к этому придем. Написано «Кигем хаейну», написано про слова Торы, что слова Торы – это наша жизнь. Если это наша жизнь, то нам нужно слова Торы проживать, нам нужно их переживать, проживать слова Торы. И говорят наши мудрецы, что для того, чтобы учеба Торы проникла в наше сердце, нам нужно максимально представлять изученное. Будто мы объясняем материал 5-летнему ребенку. Известно про Хафец Хаима, наверное, все слышали про Хафец Хаима, большого мудреца Торы, что он каждый день общался сам с собой, объяснял себе простые или сложные даже этические истины, как 5-летнему ребенку, а как будто он общался с каким-то маленьким мальчиком. И это помогало ему вот эти вещи сложные или, может быть, простые, которые он хотел себе объяснить, который он хотел себе внушить в сердце, это помогало ему эти вещи поместить. Всем еще раз добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. По 10-бальной системе, например, 10-10 или 1-1. И мы после этого, когда я вижу, что все слышно хорошо, мы приступим к очень интересному проекту, очень интересное занятие. Я хочу напомнить, что это занятие, это посвящено возвышению души Мерседес Бат Тамар, и каждый, кто хочет, может посвятить какой-то урок мой или урок другого нашего лектора за возвышение души своего близкого человека, который ушел в лучший мир, каждому человеку, который находится в лучшем мире, это очень-очень помогает подняться с Божьей помощью. Итак, дорогие друзья, вот я вижу 10-10. Итак, мы знаем, что Рав Шмуэль Ойербах, когда он объяснял свои уроки себе даже, ну, имеется в виду, конечно, ученикам, он объяснял ученикам, в том числе он учился когда сам с собой, то он очень живо описывал ситуации. То есть, например, Гмара, Талмуд, когда он говорил, бык забодал корову, то он рассказывал, вот представьте, идет себе бык по дороге, никого не трогает, поет песни, все нормально, и вдруг он видит корову грязную, которая его задела случайно своей ногой. И он думает, как так можно? Он весь начинает злиться и со злости просто начинает краснеть и бодает эту корову. И корова, как это ни странно, умирает. И потом это, ну и так далее, да? То есть он красочно все описывал те ситуации, которые мы учим в Гмаре. Это, кстати, очень хороший метод, хорошо запоминать и лучше понимать то, что мы изучаем. Это очень рекомендуется нашим мужчинам и даже, может быть, женщинам в определенных ситуациях. В основном это хорошо работает с изучением Гмары. Советую всем попробовать. Это помогает нам понять. И самое главное, помогает нам эти понимания, которые у нас есть, чтобы они проникнули в сердце. И когда учеба проникает в сердце, это на самом деле то, что мы хотим. Мы начинаем чувствовать себя по-другому, начинаем мыслить по-другому, мы начинаем вести себя по-другому, мы начинаем жить по-другому. И тогда весь наш мир меняется, вся наша жизнь меняется. Поэтому правильное понимание, когда это понимание зашло в сердце, это то, к чему мы стремимся. И сейчас я хочу вам предложить, с вашего позволения, одну медитацию. Это очень будет хорошо тем, у кого работает воображение хорошо. Те, кто не умеет представлять, я знаю, что есть такие люди, или не любят ничего представлять, им плохо с
этим, да, тогда можете сразу выходить из эфира. Те, кто хотят попробовать работать с воображением и лучше понять какие-то вещи с помощью воображения, с помощью представления, я сейчас предлагаю вот такую вот еврейскую медитацию, когда мы спускаемся, как бы возвращаемся в получение Торы, да, чтобы немножко попробовать то, что там было. И я напомню вам, что сказал Ор ха-Хаим ха-Кадош, великий мудрец, великий толкователь Торы, он сказал такую вещь, что изучение Торы включает в себя все удовольствия. То есть тот человек, который это понимает, его изучение Торы, оно уже совершенно другое, да? И тот человек, который нашел свое изучение Торы, и то, что он изучает, заходит ему в сердце, он к этому приближается, к тому, чтобы изучать Тору с радостью, чтобы по-настоящему получать удовольствие от изучения Торы. То, что я всем вам желаю. Давайте попробуем к этому приблизиться. И для этого мы сейчас начинаем уже медитацию. Пришло время. Для этого вот у нас сейчас 30 человек в эфире. Все готовы? Напишите единичку, если вы готовы начать медитацию, начать спуск изучения Торы. Мы попробуем немножко на кончике вилки, как говорят на иврите, как мы себя чувствовали при изучении Торы. Ну, это все воображение, это не значит, что так на самом деле было. Но самое главное, что это нам даст понимание, что такое получение Торы, большее понимание, которое с Божьей помощью войдет в наше сердце, будет с нами всегда, будет нам помогать лучше изучать Тору, лучше соблюдать Тору, лучше исполнять заповеди. Итак, я жду вашу готовность. Напишите единичку, кто готов. Я немножко подожду. Пока что я вам скажу, я знаю, что проходит время, пока доходит до меня информация, поэтому я вам скажу, дорогие друзья, пока что первое, что мы должны сделать, это расслабиться. Расслабиться, сделать несколько вдохов глубоких. Владимир Альбердиев написал единичку. Хорошо. Ну, хотя бы один человек готов. Окей. Значит, мы сделаем сейчас все вместе глубокий вдох и глубокий выдох. Еще раз глубокий вдох. Глубокий выдох. И третий раз. Глубокий вдох и глубокий выдох. Закрываем глаза и представляем, что мы находимся рядом с лифтом. Это лифт времени. Лифт времени, который отправит нас в прошлое. 3300 лет назад примерно, каждый этаж это год, нам нужно будет спуститься 3300 этажей. И тот, кто готов, может нажать уже кнопку вызова лифта. Тот лифт, на котором мы спустимся вниз 3300 лет назад к получению Торы. На этом лифте времени. И там мы почувствуем, как это было. Итак, те, кто готов,
нажимайте кнопку вызова лифта. Мы нажимаем, подходит красивый лифт, открывается, открываются красивые двери, все это с закрытыми глазами. И мы заходим в красивый лифт, там, где все обустроено так, как вам нравится, и нажимаем минус 3300 этаж. И мы видим, как двери плавно закрываются, и голос из громкоговорителя, приятный голос говорит: мы спускаемся в прошлое. И вы видите, чувствуете, слышите, как лифт начинает спускаться. Быстро-быстро он проходит. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 и так далее. Этажи быстро спускаются. Каждый этаж – это один год. И в конце концов мы придем к минус 3300 году. Минус 3300 лет – это год получения Торы. В момент получения Торы. И мы видим нашими глазами воображение, как быстро-быстро меняются этажи. Мы слышим звук лифта, и мы чувствуем спуск. И понимаем, что мы спускаемся по времени. Итак, мы видим 2000, 2500, 3000, 3300 этаж. Лифт плавно останавливается, открываются двери. И мы выходим из этих дверей. И видим там образ человека, который является нашим проводником к получению Торы. Это может быть Моше Рабейну, это может быть царь Давид, это может быть пророк Ильяу, это может быть ваш раввин, любой человек, любой образ, который олицетворяет у вас доверие, симпатию, теплые чувства. Мы видим этот образ, он нас обнимает, мы его обнимаем, говорит ему: здравствуй, шалом, наконец-то ты пришел сюда, сейчас ты сможешь пойти со мной и почувствовать и увидеть получение Торы на горе Синай. И он показывает вам, в небольшом расстоянии от вас стоит гора, гора Синай. Вы находитесь в пустыне. И вы видите, еврейский народ уже стоит и готов получать Тору секунду до того, как Всевышний начинает свое первое речение. И вы чувствуете: вау, наконец-то, наконец-то я попал в это время, я могу сейчас почувствовать, я могу сейчас пережить еще раз получение Торы. И ваш проводник провожает вас к тому месту, говорит: вот все тебя ждут, все ждут тебя, Всевышний ждет тебя, когда наконец-то ты придешь, и он сможет тебе передать Тору и сказать то, что он хочет тебе сказать. Он очень ждет этой встречи. И он показывает вам, проводник показывает вам ваше место. Вы смотрите направо, налево, может быть, видите там знакомых, друзей из еврейского народа, с
которыми вместе вы стояли на горе Синай, рядом с горой Синай, и получали там Тору. И вы готовы, вы чувствуете, что вы хотите получить Тору, вы хотите получить Слово Всевышнего, вы хотите быть ближе к Творцу. И тогда вы слышите грозный, но очень любящий голос, который обращается ко всем евреям, который звучит снаружи и вовне. Голос любящего Отца, голос Всевышнего, который бесконечной любовью любит вас и дает вам все самое лучшее постоянно. И эта любовь постоянно увеличивается. И Он говорит вам: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта, из земли египетской». И вы слышите этот голос и чувствуете, как он проникает вам в каждую клеточку вашего тела. И она наполняется неимоверной любовью, теплом, великолепными ощущениями. Каждая клеточка вашего тела, вашего мозга наполняется светом. Она наполняется великолепными чувствами. Она наполняется настоящей божественной любовью и божественным светом. Почувствуйте это. Все это делайте закрытыми глазами. Чувствуем, как наше тело наполняется божественной любовью, божественным светом. Мы находимся во время получения Торы, и мы услышали первое речение Творца. Говорит Адмур из Слонима, что первое речение учит нас битахону, упованию на Творца. Всевышний сказал: «Я Бог твой». То есть для каждого из нас Он наш Бог. Для каждого из нас Он является Его Богом. И Всевышний каждого очень-очень любит, как единственного Сына. И Всевышний дает каждому из нас все только самое-самое-самое лучшее, даже если мы это не понимаем. Осознайте это. «Я Господь Бог твой» — это основа битахона. Мы слышим это речение. Мы чувствуем божественную любовь. Мы чувствуем великолепные чувства. Каждый может почувствовать что-то свое, какое-то свое чувство. Позитивное, естественно. Только позитивное. Тут не может быть никакого негатива. Говорят наши мудрецы, что во время дарования Торы все больные исцелились. И вы можете тоже представить, как ваши недомогания пропадают. Вы видите дымящуюся гору, которая дрожит от того, что на ней находится присутствие Всевышнего, и переживаете получение Торы от самого Творца. Сам Творец мира, Всевышний, спустился сейчас на гору Синай для того, чтобы дать вам, еврейскому народу,
Тору, великое послание, очень важную информацию, очень важные чувства, очень важное послание на все времена и народы, которое будет сопровождать вас, весь еврейский народ, постоянно. Тора, которой сотворен мир, Тора, которая была сотворена еще до сотворения мира, и по которой Всевышний смотрел в Тору и творил мир. И когда вы это все прожили, прочувствовали, почувствуете, как Всевышний сказал остальные речения, да? Я сейчас не буду в это углубляться. Почувствуете, как вы наполняетесь полностью, каждая клеточка вашего тела и мозга, все ваше существо наполняется божественным светом, божественной мудростью, божественной любовью, здоровьем, радостью, счастьем. И получение Торы закончилось, и вы возвращаетесь вместе со своим проводником в лифт, волшебный лифт, заходите в лифт, и лифт поднимает вас обратно 3300 этажей наверх. Вы слышите звучание лифта. Вы ощущаете подъем. Вы видите быструю-быструю смену этажей. И вот бабах! На нулевом этаже или на первом, как вам удобно, двери открываются, и вы выходите из этого лифта, возвращаетесь в реальность, в наше время, но все ощущения, которые вы получили при вашем пребывании в получении Торы, они всегда с вами. И теперь эти ощущения будут помогать вам жить, исполнять заповеди, изучать Тору с Божьей помощью, с большим энтузиазмом, с большим пониманием, с большей радостью. И сейчас я посчитаю с 1 до 5, на счет 5, можно будет открыть глаза и вернуться в современное, в наше состояние. 1, 2, 3, 4. На счет 5 открываем глаза, возвращаемся в реальный мир. 5. Ну, напишите, пожалуйста, как это было, что вы почувствовали, что вы увидели. Насколько вам понравилось или не понравилось. Я буду очень рад любым отзывам. Даже сейчас немножко подожду. Дорогие друзья, знайте, что эти медитации вы можете сделать сами. Это может занимать минуту, это может быть занимать 5 минут в день. Когда вы хотите осознать какой-то принцип, какую-то историческую ситуацию, то это может очень вам помочь, когда вы представляете, как же это было, представляете все подробности максимально. И это с Божьей помощью дает вам инструмент, который помогает вам постоянно в будущем, после того, как вы это представили, нести вот этот свет, который вы получили, когда вы представили то, что написано в Торе, пережили это как бы, да, этот свет нести с собой. И
Те, кто сейчас мне написал, я буду рад, что вы напишите мне в личку свои отзывы, делитесь своими впечатлениями, делитесь этим эфиром с тем, кому это интересно. Спасибо всем, кто был со мной. Будьте счастливы!